Всем привет! Как всегда, делюсь обзор посылок из Китая. Не распаковала толком посылку, только конверт убрала. Это куртка. Сначала испугалась, когда достала. Думаю, что это за волосы, это мех. Так, сейчас покажу, что я заказывала. Вот магазин, где я делала заказ. Вот, можно заказать как красную, так и черную. Также можно выбирать разный цвет меха. Так, видно, а то вроде как слепит в телефон. Размерная таблица, чтобы подобрать. Сейчас мы посмотрим, правильно ли я все выбрала. Ну и, к примеру, вот перед тем, как заказать, вот здесь разные цвета, разный мех. То есть также красная, есть, к примеру, бордовая. Ну вот, то есть видим, и цена от 574 до 744 гривны получается. Так, сейчас посмотрим, где у нас. Вот моя посылочка. Так, заказывала я 10-го, видно, да, 10-го, 11-го. И сегодня у нас 18-е, 12-е. То есть немножко больше месяца шла посылка. Что могу сказать? Отслеживалась с самого начала. По Китаю все как-то быстро прошло. И снова-таки, как в последнее время, что-то доходят посылки до Украины, и тут они как-то долго уже проходят до места. Ну вот так. В общем, 25,63 доллара моя курточка. И давайте посмотрим. Ссылочку сразу скажу. Кому интересно, я брошу в описании. Сейчас я хочу посмотреть, какой я выбрала воротник, потому что заказывала давно. Ага, тут не видно. Вот здесь, ну да, рыжий какой-то. На воротник надо будет, наверное. Ну, кстати, неплохой довольно-таки. Довольно-таки неплохой. Натуральный или нет, сейчас попробую рассмотреть. Как-то плохо мне видно. Даже похож на натуралку, но вряд ли, конечно, это будет натуралка. За такую цену, в общем, я не вижу. Я думаю, что, ну, искусственный воротник, да. Ну, довольно-таки симпатичный. Его распушить немножко, так как слежанный в конверте. Так, и давайте куртку. В таком пакете с застежкой. Красивый, кстати, цвет. Я переживала, чтобы не прислали мне вот ту такую алую прям куртку яркую. То есть на вид, да, смотрится неплохо. Но что я хочу сказать. Для зимы вот сейчас у нас минус 4 градуса. Ну, мне кажется, она будет прохладная. Она не сильно толстая. Хотя все же зависит от наполнителя. Ну, тонковато. Для сильных морозов она, конечно, будет холодная. Так, змеечки. Ой, побежала. Змеечки есть. Довольно глубокие карманы. Так, все тут нормально. Швы все вроде бы как ничего. Аккуратненько пошито. Размер я уже открывала, сразу увидела М-ка. Я и заказывала М-очку. Ну, капюшон. Капюшон отстегивается, если необходимо. Вот. Так. Рукав. Рукав вот здесь, кстати, это очень удобно. Идет такой. О, а здесь вот, смотрите, обнаружила. А, это не брак. Это не брак, я уже догадалась. Это вот так для пальчика. Смотрите, как классно. А я уже хотела сказать, что это брак. Когда одену, все будет видно, я думаю. Да, вот манжеты такие получаются длинные и для пальчика. Вот, чтобы рука основная, вот покуда, наверное, вот не мерзла. Ну так, куртка описанию, в принципе, соответствует. Размер я вижу, что должен тоже на меня сесть. Но это я померяю, мы сейчас это все посмотрим. Вот так смотрится курточка на мне. В принципе, что могу сказать по размеру? По размеру, если на тонкий свитер, то размер подошел. Но для зимы, если хотите потолще свитер, то я бы, наверное, лучше взяла бы L-ку, а не M-ку. Так, вроде бы как и села. Но хотелось бы чуть-чуть больше свободы, если у меня вот тонкий гольфик. Ну, он теплый, но не толстый. Поэтому, если более толстый свитер, то будет туго сидеть. Кстати, вот обратите внимание, то, что я показывала. Сначала подумала, что плохо пришито. Это такие
рукава, чтобы не мерзли здесь руки. Кстати, прикольно. Можно либо отвернуть. Сейчас я это сделаю, попробую. Ну, вот так отвернула манжет. Либо, если холодно, то можно наоборот увеличить, и руке будет тепло. Ну, в общем, куртка, качество неплохое. Вот, верх неплохой. Не на очень теплую, не на очень холодную зиму. То есть до минус 5, я думаю, будет нормально в этой курточке. Если уже будет холоднее, ну, я напишу, наверное, в комментариях, как она будет, как я себя, вернее, буду чувствовать в ней. Капюшон, воротник, мех, как я показывала вам, можно взять, в принципе, любого другого цвета. Я выбрала такой, что-то мне захотелось. Естественно, надо, чтобы он немножко распушился. Они слеженный немножко мех. И, кстати, вот сапожки я перед этим показывала. Ранее купила. И ждала эту курточку. То есть сапожки под курточку покупала. Ну, в общем, мне все нравится. Я довольна. Все змеечки, все работает. Капюшон отстегивается. Можно мех отстегнуть. Можно вообще капюшон отстегнуть весь. Сидит хорошо она. То есть форма все красивая. Мне нравится. Ну и повторюсь, в описании брошу ссылку на магазин. Продавец проверенный уже. Сразу вовремя все отправил. И посылочку я получила. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале.